Досрочный выход на пенсию в Казахстане становится возможным благодаря программе «Добровольный предпенсионный аннуитет акционерного общества «Дочерняя компания» Народного банка Казахстана по страхованию жизни «Халк Лайф». Ход реализации программы был обсужден на встрече представителей руководства компании с представителями акционерного общества «Эмбомунайгаз». Подробнее в следующем сюжете. Впервые программа добровольного предпенсионного аннуитета была совместно разработана и внедрена в акционерном обществе «Эмбомунайгаз» в 2014 году. Она предоставляет возможность работникам, которые большую часть своей жизни проработали в суровых условиях и имеют проблемы со здоровьем, досрочно выйти на пенсию. В соответствии с программой «Эмбомунайгаз» перечисляет деньги страховой компании за несколько лет вперед для дальнейших ежемесячных выплат на каждого своего работника. А акционерное общество «Халк Лайф» в свою очередь принимает на себя обязательства в течение всего срока до достижения работникам пенсионного возраста производить аннуитетные выплаты по договору. Жмазия Ахметова – одна из тех, кто использовал возможности программы предпенсионного аннуитета. В 2014 году в возрасте 55 лет в связи с тем, что я испытывала проблемы со здоровьем, получила возможность досрочного выхода на пенсию. В рамках данной программы мне выплачивали деньги ежемесячно. 58 лет я официально вышла на пенсию. Я благодарна руководству «Эмбомунайгаз», «Халк Лайф» за то, что создали такие условия досрочного выхода на пенсию. По словам представителя акционерного общества «Эмбомунайгаз», 2014 года программой досрочного выхода на пенсию воспользовались порядка 400 работников производственных структурных подразделений компании. Эта программа вначале с большой опаской была воспринята нашими работниками, но потом, когда первые наши работники, которые испытывали большие проблемы со здоровьем, вышли и начали понимать, насколько эта программа удобна, эта программа начала дальше развиваться. Также на мероприятии была организована символическая церемония посвящения пенсионера 10 работников акционерного общества «Эмбомунайгаз», которые до достижения пенсионного возраста вышли на заслуженный отдых благодаря программе АО «Халк Лайф» – добровольный предпенсионный аннуитет. По этой программе у нас есть тоже несколько компаний, которые работают в Ахтау. Есть пару компаний, которые работают в Астане, но их количество очень мало. Мы призываем все компании, где особенно у сотрудников тяжелые условия труда, пользоваться вот такими добровольными видами страхования, помимо обязательных видов страхования, где они проявляют социальную ответственность и повышают лояльность сотрудника к бренду компании и проявляют заботу о своем сотруднике, где каждый хочет пораньше уйти на пенсию и быть со своими детьми. Аймгуль Хайруллина, Слухи Ахаттаргыза, Жарылғаш Жалғасов, телеканал Атырау.